Сейчас я нахожусь на сайте Вон-Вон. Это сайт, где мы можем загрузить свою фотографию и посмотреть, на какую знаменитость мы похожи. Нажимаем «Камера and фото», и давайте для начала я загружу сюда свою фотографию. Так, и на кого я похож? Хэндсом или бьютифул? Что выбрать? Бьютифул? Калькулируем результат. Я похож на... Чё? Что? Каким боком я похож на Ариану Гранде? Вы серьезно? Как они это сравнили? Как они это сделали? Вот я, вот Ариана Гранде. Они наложили поверх лицо Арианы Гранде. Все? В этом заключался весь фокус. Я никак не похож на Ариану Гранде. Я даже не умею петь. На-хе-я. Я даже не знаю текста этой песни. Когда ко мне будет подходить какой-нибудь чувак на улице и будет говорить: ты мне кого-то напоминаешь, я буду говорить: я тебе напоминаю Арианы Гранде. Дело в шляпе. Возможно, я близнец Арианы Гранде. Может быть, я от вас что-то скрываю. Задумайся насчет этого. Фу, ну вы меня удивили. Кстати, Ариана Гранде чем-то похожа на эльфа. Не знаю чем. Может быть, ушами? Нет, она красивая, но просто немного похожа на эльфа. Вот этот вот третий кадр смеси меня и Арианы Гранде выглядит достаточно крипово. Уберите от экрана детей. Не показывайте им это перед сном. Самая настоящая крипота. Окей, идем дальше. Давай выберем Хэндсом. Подбор результатов. Сейчас будет какой-нибудь Уилл Смит. Чё? Я выгляжу как... Я забыл, как зовут этого актера. А, Роберт Дауни... Младший? Я выгляжу как Роберт Дауни младший? Но это не Роберт Дауни младший. У меня все. У меня больше нет слов. Ну хотя, может быть, мы чем-то с ним похожи. Может быть, черты лица чуть-чуть похожи. Как бы вот эта вот бровная часть. Совсем капельку. Окей, давай мы с тобой загрузим фотку Макса плюс 100500. Макс плюс 100500 всегда мне напоминал какого-то комедийного актера. Но я не могу вспомнить его имя. На языке вертится. Так, что выберем, Beautiful или Handsome? Окей, Handsome. Видимо, Beautiful это такая больше женская вариация. На кого же похож Макс плюс 100500? Макс плюс 100500 похож на Криса Эванса. Ну, не совсем. Не, ну, не, он не похож на Криса Эванса, потому что у них головы разные. У Макса плюс 100500 голова более круглая. У Криса Эванса голова более овальная. Нет, нет, я считаю, что этот сайт вас обманывает. Это неправда. И как они это смогли наложить? Я не понимаю. Хотя нет, знаете, вот лицом они похожи. Но волосы разные, прически разные, брови разные. А вот носы у них почти одинаковые. Может быть, в этом что-то есть. Ну и борода у них одинаковая. Прям почти один в один. Окей. 50-50. На пятерочку из 10. А давай мы с тобой выберем Beautiful. Что нам покажут в Beautiful? Макс плюс 100500 это Алисия Викандер. Я не знаю, кто это. Опять третий кадр очень криповый. Так, все, идем дальше. Все, окей, что-то я зациклился. Итак, выбираем Ивангая. Ивангай Beautiful. Так, фотка Ивангая, он похож на Мария Шарапова. А, это теннисистка. В смысле? Ну, глаза у них похожи. Брови, может быть, тоже. Но носы разные. И Ивангай это ютубер. А Мария Шарапова это спортсменка. Это все равно, что сравнивать киберспортсмена и спортсмена. А что, если мы с вами выберем Хэндсом? Когда я выбирал фотку Ивангая и ставил Beautiful, я думал, что нам покажут фотку девушки из «Сумерек». О, Ивангай это Райан Гослинг. Не, ну тут не поспоришь. Глаза у них одинаковые и, в принципе, они чем-то похожи. Вот что-то такое, знаешь, есть. Если вы хотите посмотреть на то, как бы Ивангай выглядел с бородой, вы должны либо скачать приложение, либо попросить его отрастить бороду, либо посмотреть на фотку Райана Гослинга. А что, если Райан Гослинг это и есть Ивангай? Последний раз фильмы с Райаном Гослингом я видел около 2 лет назад. Как раз тогда и пропал Ивангай. Конспирология. А, нет. Окей, давай мы с тобой закинем фотку Влада Бумаги. Крис Хемсворт, чтобы вы понимали, это Тор. Ну, если его немного состарить, добавить такую пышную бороду, немного подстричь и отправить сниматься во Мстителях, то да, возможно, они и будут похожи. Beautiful. Скарлетт Йоханссон. У меня просто нет слов.
Это приложение самое долбанутое, которое я видел. Я отказываюсь в это верить. Этот сайт настолько странный, что, мне кажется, они рандомно вкидывают фотки знаменитостей и стараются как-то глаза подставить друг под друга. Они даже не смогли подставить глаза. Вот смотри, глаза Влада Бумаги, а вот глаза Скарлетт Йоханссон. А что, если мы загрузим туда просто белый экран? Ха-ха-ха-ха. На кого похож белый экран? Давайте-ка посмотрим. Сейчас я багану всю систему. Этот сайт сейчас сломается. Я уверен, что он точно не сможет прогрузить фотку. Чё? Крис Хемсворт? Ха-ха-ха-ха-ха. Белый экран похож на Криса Хемсворда? О, нет. Ты чё, бухой? Возможно, с моими глазами что-то не так. Но когда я смотрю на белый фон, я вижу белый фон. Там нет Криса Хемсворда. Где глаза, где нос? Если только я сейчас Пейнте подрисую. Вот. Вот так больше похоже на Криса Хемсворда, чем в изначальном варианте. Фух. Давай загрузим свою же фотографию. Может быть, нам предложат какой-то другой вариант. Может быть, опять Криса Хемсворда. Кстати, у белого экрана я еще не посмотрел женскую версию. Ой. Опять Крис Эванс. Да-да-да, мы с Крисом Эвансом одно лицо. Короче, понятно. Белый экран, beautiful. Опять Мария Шарапова. Они, видимо, загрузили всего лишь 5 или 10 звезд. Они поленились сделать этот сайт нормальным. Я чувствую себя обманутым. Ладно, давай напоследок, давай что-нибудь прикольное сделаем. Катя Клэп, хэндсом. Чё? Катя Клэп похожа на Леонардо Ди Каприо? О, а я фанат Леонардо Ди Каприо. Равно фанат Кати Клэп. Окей, Юрий Янев, это у нас сливки шоу. А что, если я скачаю фотку Криса Эванса? На кого будет похож Крис Эванс? Юрий Янев, автор канала Сливки Шоу, это Райан Рейнольдс. Интересно, смог бы Юрий Янев быть дублером Райана Рейнольдса в фильме «Дэдпул»? Было бы прикольно, когда снимают Дэдпулу маску, а там бац и Юрий Янев. Или еще более такой завороченный поворот. Дэдпул снимает маску, а там Куки. И ты такой, что? Та-дам! Возьмите меня режиссером. Качаем фотку Райана Гослинга и загружаем опять на этот сайт. Сейчас вы удивитесь. Райан Гослинг похож на Райана Гослинга. Этот сайт не сломался. Слушай, а если еще раз попробуем? Может быть, будет какой-то рандом? Прикинь, если они просто чередуют эти картинки, и это было просто совпадение. Опа-на! Все. Поломочка. Райан Гослинг похож на Криса Хемсворда. Сколько раз уже за это видео я сказал Крис Хемсворт. В общем, я похож сам на себя, Катя Клэп похожа на Катю Клэп, Ивангай похож на Ивангая, а Райан Гослинг похож на Криса Хемсворда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте свои лайки и увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Playtime.